Рашина поле. И с другой стороны. И с нами играет команда Ричтаун из Нюрнберга. Это вторая игра нашей команды. Первая закончилась со счетом 4-0. Да? Еще раз. На поле в темно-сиреневом форме двукратный чемпион Мюнхена, команда Фортуна. И сегодня они борются за кубок чемпионов Баварии. 5 групп на чемпионате. Из каждой группы 20 команд, да, из каждой группы команда, которая взяла первое место, проходит в финальную часть. Из команд, занявших второе место, лучшая, тоже выходит в финальную часть. И остальные потом разыгрывают отдельно в 1/8 финале. И из них 2 лучшие выходят в финальную часть. Все это в один день. Сегодня. Ну, ребята там играли сегодня в паузе проферанс, пили кофе, кушали кексы. Ну, давай, Максик. Это не Максик, это Жека. Станислав Олегович на воротах. Город Пятигорск. Сейчас из наших ребят вот на поле Харьков, Минск, Киев, Пятигорск. Ну, максимум запишем как Новосибирск. Это его тоже можно к Харькову приписать. Он не против. Давит черный. Давно стоит. Антон один ждет. Макс. Подходи, Антон. Ну давай красиво куда-нибудь в уголок на отскок. Ну давай, Дима, туда ему его откачать. Судью тронули. Атака такая вот серьезная. Антон. Жека. Вау, Жека. Антон пас. Жека записал себе еще один мяч. Женя, Евгений Ристолайнин, да, он? И глубокие финские корни. Наш человек. А вот интересно, у черных у них Sky написано, да, на груди? Это официальный спонсор получается, или что? Купили майки, какие были? Не, ну Sky там не написали сами. Один на один, Стас. Первый гол, который мы пропустили на этом чемпионате. Так, запасные у нас 5 человек, практически команда. Еще одна. У нас замена. Андреаша, Леша, Коля. Сейчас у нас на поле Кишинев, Минск, Киев, еще раз Минск и Пятигорск на народ. Да, Питер
сегодня не играет. Питер сегодня в Берлине ест пиццу. Ну и снимает этот репортаж. Паутинка, пас. Оля. Только руками еще не били. Давай, Дима, 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 Дима. Давай, давай. О, ошибочка. Взял. Что было? Судья просит с ноги вывести в игру. Счет 2-1, такой скользкий счет. Смотри, как скользит соперник. Ну и наши скользят. Стас, готовься. Коля поборис. Коля круги нарезает. Да, Коля бегает сегодня немного. Дима. Штрафной зоне. Дима, ошибка. Молодец, Стас. Я сейчас не снял этот момент, блин, обидно. А я сам смотрел, а камера шла в сторону. Так на экране смотрите. В общем, Стас сейчас сыграл хорошо. У меня есть тоже такая болезнь. Ну, интересно смотреть тоже, а камера как-то... О, опасно, опасно. Викин, давайте. Ну, Дима, давай, опанька. 4 минуты до конца. Пошел отдыхать. Одна замена. А кто вышел? Вышел опять Антон. Антон вышел, Харьков. Потом этот самый... Как его ноги? Я не вижу, ну ладно, сейчас интересно. Мой ноль, вот он сейчас мячом. Ох, опасно, опасно, Жека, опасно. Леша. Третий кто забил, я что-то не записал. Третий год, был последний, Дима забил. Дима забил. Выход 1-1. Почти. Стас, без фокуса. Пятачок пас. Не настолько простой, как предыдущий был, да? Да. И приходится бегать. И суеты как-то у нас побольше стало. Да. Непонятно. Ну, с плохой командой и игра такая здесь. Да.
дальше середины. Да, кстати, это момент. Закидывает вратарь, не имеет права дальше середины поля. Мяч игра прерывается. И мяч отдается сопернику. В данном случае. В игру. Кто? Кто? Вова. О, у нас Вова вышел на поле. Вова Киев. Так, это Антон упал, да? Да. Искание было. А Вова вроде не выходил, да, в первую игру? Не было, я не видел его еще. Ну, Вова возглавляет счет нас. Счет позволяет. Капитан второй команды Фортуна Фан. Не жадничай. Не жадничай. 7 секунд. Так, так, вынос, вынос хотя бы. Вынос, вынос без вектами. Молодцы. Табло. Фиксация. Болельщики. Конечно, не наши они все, а болельщики. Их много.